Ребята, всем здорово! Сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Galaxy Zero. Так, заходим в нее. Что за игра-то такая, ребятки? Очень редко мне нравятся игры, на которые я делаю рекламные ролики, но эта игра, прям не знаю, прям запала мне, хотя я не люблю фантастику, закрываем рекламу. Как видите, вот так все блестит, летает и так далее. Сразу встречает вас и меня мой космический корабль, который заряженный по полной программе, потому что разработчики прокачали мне мой профиль, дали денег, дабы я вам показал, что можно действительно здесь сделать. И действительно это все можно... Кто-то покупает, кто-то сам зарабатывает и проходит уровни. Короче, может получиться вот такой вот космолет. Изначально у вас там... квадрокоптер, который стреляет, но тоже все просто, и на начальных этапах вам его хватает, но потом, конечно, нужно улучшение. Итак, что за игра? У нас вот такой вот аппарат, на котором мы летаем в космосе и лупим наших врагов. Все довольно-таки просто, но очень забавно. Есть различные режимы игры, бесконечный бой, компания, как видите. Также есть магазин, в котором можно покупать себе всякие штуки здесь. Вот я не покупал, наверное, вот сейчас куплю. У меня есть, как видите, 2800 у меня диамантов. Есть ультракапсула снабжения, содержит 10 случайных снаряжений. Хотя давайте сейчас поиграем, пройдем уровень на том, что у меня есть, потому что я уже прокачал по полной программе. Какие-то у меня подарки здесь есть, все забираем. В чем прикол? Можно делиться с друзьями в ВК, то есть на стенку вам сбрасываются ваши достижения. И здесь у вас создается такая команда, можно сказать, и вы видите, кто сколько прошел и так далее. ВКонтакте есть официальная группа этой игры. Также в игре проводятся всякие конкурсы, призы раздают. Короче, очень все интересно. Те, кто будут действительно играть, будут получать удовольствие. Так, возвращаемся обратно. Давайте, дабы долго не тянуть, сразу начнем проходить. Я здесь уже, я же говорю, прошел несколько уровней. Заходим в компанию. Вот. И, как видите, я здесь уже поиграл. Редко такое бывает, что прям вот я... сел и погнал. Вот сейчас 13 уровень. Как видите, вот моя фотография есть. ВКонтакте профиль подвязан сюда. И здесь, собственно, все на русском языке. И есть еще сюжет игры. Вы не просто летаете и долбите. То есть, всякие дают вам задания. Вот, например, ой, черт, Лея изменила траекторию движения форпоста. Куда мы движемся? Лиза отвечает. Датчики показывают, что форпост... на пути в колонию тельца. Господи. Мы направляемся в пасть ко льву снова. И мы вылетаем, ребята. Нажимаем поехали. И, собственно, загружается уровень. И сейчас я вам покажу, какое у меня здесь прокачанное самолетище. Не самолетище. Смотрите, насколько все лупит. Ну, здесь вот у нас есть враги. Довольно просто все играть. Смотрите, я просто вот после прокачания, я просто здесь разношу всех. Потому что на начальном этапе у меня уже был прокачанный. И, как понимаете, это вообще не тот уровень, чтобы здесь какие-то были сложности. Я просто сношу всех. И от этого я реально прусь. Потому что, когда у меня был обычный... собственно, этот, как его там назвать-то, пусть будет наш беспилотник, да, и как бы, ну, нужно было постараться, где-то там нужно было отклониться от бомб, которые в нас направляют, от обстрелов и так далее, но когда вот так я просто пру, и посмотрите, у меня здесь, ну, нереальная вертушка, рой, мы приближаемся к колонии тельца, что это, истребитель-хранитель тельца? Вполне возможно, нам нужно быть осторожней, и здесь... па-бам, мы типа выиграем, прошли этот уровень и поехали дальше. Вот, и все, в принципе, мы прошли, ребят. Да, с таким прокачанным суперским аппаратом мы действительно можем проходить все очень быстро. И вот после каждой игры, после каждого прохождения такого маленького уровня, мы, конечно, получаем очки, получили 90 золота и можем сразу поделиться с друзьями в ВК, кому интересно. Вот, и переходим дальше на уровень. Ну вот вы посмотрели, какой у меня гигантский вертолетик. Я вот хочу зайти в магазин, у меня есть деньги, и здесь вот есть ультракапсула снабжения. Она стоит 2500 диамантов, вот у меня есть 2900, вот я хочу ее купить. Сейчас посмотрим, что изменится. Купить. Нажмите, чтобы открыть. Открываем. Па-бам. Собрать. Ой-ой-ой-ой, сколько здесь всего-то. Сколько здесь всего. Так, дальше нам нужно зайти в ангар.
И здесь можно усовершенствовать свой вот этот вот гигантский уже мой квадрокоптер. Модернизация. Заходим. Сколько здесь у меня всего, ребятки? Так, нажимаем модернизация. Сейчас посмотрим, насколько что увеличится. Потому что я и так всех разношу. Куда больше, я даже не знаю. Так, это у меня есть. Давайте еще что-нибудь возьмем. Что здесь еще можно сделать? 1900. Недостаточный уровень. Ну, действительно, я прокачал уже по полной программе. Вот есть броня. Можно модернизировать. Давайте вот это вот возьмем. Я прокачал для своего уровня все серьезно, и мне противников нет. Даже самые гигантские соперники, которые выплывают навстречу мне, ну, я их просто разношу. Так, давайте назад выходим. Ангар, ладно, давайте поехали. Я думаю, что-то должно доизмениться. Так, прокачал я. О, здесь у меня вообще теперь капец. Заходим в компанию и продолжаем дальше игру. Я действительно в нее залип, и очень все просто. Я один раз прокачал и просто себе сижу. И игра требует мобильный интернет. То есть можно, конечно, через Wi-Fi, ну и даже через 2G купить. Даже через 2G можно в нее играть. Поехали. Сейчас мы пройдем еще один уровень. Я думаю, игра вас должна заинтересовать, потому что она простая и действительно очень прикольная. Ну что, ну поехали, кто против меня? Здесь, смотрите, ну вот просто я сношу всех. Они даже не успевают выстрелить. Смотрите, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие здесь враги мне могут быть? Смотрите, просто вообще. Вот это да. Да, поначалу я, конечно, играл на простом, но потом, когда прокачал, я понял, насколько все серьезно. Но вы это можете прокачать, я же говорю, кто-то покупает, кто-то просто проходит уровни и доходите до вот такой вот птицы. Она просто разносит все. Просто. Смотрите, ну реально, дайте мне хотя бы одного соперника. Смотрите, все просто в хлам. Вот когда вы, если кто-то сейчас смотрит, думает, что так постоянно все убивается. Вот сейчас выйдет огромный просто соперник, смотрите. Я его сейчас просто разнесу. Я его просто разношу за считанные секунды. Смотрите, все. Все, его нет. При этом даже вот слева здесь есть атомная такая бомба. Я ее могу нажать и разнести, то есть вокруг. Ну, она помогает, если у вас заканчивается жизнь. Она вот сверху, желтая полоска. Такое даже бывает. Когда у меня еще не было ничего прокачано. И я нажимал атомную бомбу, только бабах, и все разнеслось. Вот такая вот, ребята, крутая игра. Ссылки на нее будут в описании. Я дальше буду в нее продолжать играть. Переходите по ссылкам, скачивайте, находите ее. Она есть и на Android, она есть и на iPhone. То есть, ну, вот такие вот дела. У меня, конечно, дальше, как видите, можно продвигаться, прокачивать свой корабль космический, хотя он у меня, смотрите, какой. Когда вы скачаете, зайдете в игру, вы посмотрите разницу с моим и с вашим, потому что у вас там реально будет беспилотник, который тоже как бы стреляет, убивает, он не просто летает, но вот это вот вообще жестяк просто. Вот такие вот дела, ребятки, все ссылки на группы, все будет в описании. Реально от себя рекомендую, кто хочет, скачивайте, кто хочет, не скачивайте. Но действительно, игра Galaxy Zero мне очень понравилась. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.